Проблем, я думаю, не стоит ждать. Более того, все ожидания зависят только от нас. Вот, на сегодняшний день у нас тот президент, которого мы выбрали все, президент, которого мы любим, которому мы доверяем. Вот. И вы знаете, я с некоторых пор тоже, в общем-то, заметила, у меня такого не было никогда. То есть я стала фанаткой. На сегодняшний день я фанатка нашего президента. Вот, я ему очень верю. У меня такого никогда не было. Вот со мной такого никогда не происходило. И я очень верю в то, что у нашей России, у моей родины, все будет хорошо. Я уверена в этом. Я знаю, что по-другому быть не может. Обратного пути нет.